А перед началом просмотра, друзья, я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка в описании. Зайдите, посмотрите. У нас много интересных новостей. Эту трагическую новость, друзья, с самого утра опубликовал один из российских сайтов. Мы были шокированы этим известием, когда узнали об этом. Вся Россия любит и помнит российского певца Владимира Преснякова. Некоторые до сих пор ходят на его концерты и с удовольствием слушают его песни. Как оказалось, час назад в одну из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен Владимир Пресняков. На данный момент врачи оказывают ему медицинскую помощь. Мы решили разобраться и узнать, что же случилось с нашим любимым певцом. Мы связались с друзьями Владимира Преснякова, и они рассказали все то, что сегодня случилось с самого утра. Как оказалось, они с друзьями решили сегодня искупаться в бассейне. Они арендовали бассейн на 3 часа и пошли туда купаться. В один миг, когда все поочередно прыгали в бассейн, Владимир Пресняков прыгнул и не вынырнул. Друзья бросились ему помогать и вытащили его из воды, но он уже находился в бессознательном состоянии. Они же сразу вызвали скорую, которая и доставила его в одну из больниц. Как оказалось позже, говорят друзья, то, что уже сказал им врач, что Владимир Пресняков потерял сознание, уже будучи в воде. С чем это связано, пока неизвестно. Все ждут решения врачей, что скажут врачи. Давайте, друзья, поддержим Владимира Преснякова. Будем надеяться, что его здоровью на данный момент ничего не угрожает. Давайте подпишемся на наш YouTube канал, чтобы завтра утром не пропустить свежие выпуски. Будьте всегда с нами, друзья. Поддержите нас, а мы будем радовать вас свежими выпусками на своем YouTube канале.